это по-русски. По-русски, по-русски. Это мы Мария Планет переведем. Итак, Павел Петрович и Мария Федоровна посещают французские дворцы и там знакомятся с необычной традицией показывать гостям опочивальню, спальню. Но это на самом деле обманка, это фокус. Такой парадной опочивальне никто не спит и не собирается спать. Спать-то здесь не особо удобно, но зато, поскольку императорская резиденция предназначена